Здравствуйте, дорогие друзья! Неожиданно состоялся релиз третьей беты iOS 12.1 одновременно с публичной прошивкой, и в них есть несколько косметических изменений. Главным нововведением в этой бете стало расширение возможностей Haptic Touch в iPhone 10R. На заблокированном экране теперь можно взаимодействовать с уведомлениями с помощью длительного нажатия, так же как и в моделях с 3D Touch. Кстати, еще в первой бете тут появился текст разблокировки, о котором я забыл упомянуть. Также на заблокированном экране в штатной звонилке увеличили шрифт, применяемый в кнопках. Цифры и буквы стали более читабельными. В режиме многозадачности добавили больше блюра. Это отразилось на иконках, которые теперь более размыты. Производительности изменений нет, а по автономности еще говорить рано, но многие отзываются о прошивке 12.1.1 положительно по сравнению с финальным релизом 12.1. Напомню, что основными нововведениями iOS 12.1 стал редизайн интерфейса приложения FaceTime, пользоваться теперь стало удобнее, а также активация работы электронных сим-карт eSIM в iPhone 10s, Max и 10R. В комментариях традиционно делитесь своими впечатлениями от использования. Всем пока!